Ну, я думаю, мы можем смело пока продолжать, ну, такую, скажем, сюжетную часть, что ли, я не знаю. Как бы вроде бы это все сюжетное. Да где? На корабле. А, я думал, в домике. Опасные у них тут корабли. Конь, ты побудь в сторонке. Подожди. Вообще классно сделали. Не понял, меня что-то ранило. Ага. Я вот думаю, если я вот так вот обойду и попробую запрыгнуть, меня же не раздавит? Может раздавить, потому что коня в прошлый раз раскатало вообще. Ну да, пожалуйста. Пол хп. Господин. Не получилось. Ну, спрыгивай. В кого, в кого? Да, не получится. Спрятаться. Так, хорошо. А что у вас такой бардак на корабле? Ну, такой вот. Свинарник, смотри, все побито. Паутина какая-то. А где бы мне тут огонь взять, а? Видишь где-нибудь? А, вон вижу. Факел опять же. А, ну да, кстати, факел можно было. И все? И все. Можно было бы просто, получается, залететь, поджечь и убежать. Ну, или так. Обряд очищения. Священный источник. Так, сейчас главное коня призывать не с той стороны. О, отлично. О, рядышком. Царица Нефертити, живая богиня, великая жена, владычица обеих земель, Нефер Нефруатон Нефертити. Черная земля омыта небесным светом солнечного диска Атона. Слава царице, любимый царем. Красивейшая из женщин. Сделал все, что нужно. Символ ее могущества и власти, как фараона. Ну, давай попробуем. Понях. Бой, да? Не, это я уже сам. Да, они все равно бы сейчас побежали бы ко мне. Не, ну все-таки красиво, конечно, сделали так. Причем это одна область, я так понимаю, у нас будут какие-то разные области, будут различаться. Ну, куда-то же мы там заходили. Надо действовать. В другое место. Угу. Даже интересно, что в других. Ну, мы здесь закончим, я думаю, целиком. И потом, может быть, сходить еще вот, в котором мы заходили. А если нас туда по заданию пошлют? Смысл? А если не пошлют? Сами сходим. Что, драться? Думаю, да. Хватит. Положим этому конец. Зачем мы вообще этим занимались? Я думала, мы наоборот там умилостивить ее хотим. Ну так-то да. А у нее-то ножики больно бьют. Ого. Ну. По полосочке снимают меня. Ать? Круто. Шустрая. Смотри, ты сбиваешь ей. Она блочит. Это не я сбиваю. Не, ну я в том плане, что бег сбивается, как бы. Ей приходится стоять, блокировать, и она перестает бежать. Ой. Какая... Что это? Что это? Что она делала? Лечиться хотела? Ой, не понял. Приобняла так. Хорошо. Я думал, я заблочила, а получилось, что вообще непонятно. Ну ладно. Да, это будет не быстро. Это урон. Не горит вообще, похоже. А нет, горит. Очень мало. Можно сказать, что и не горит с таким уроном. Просто вот случайно чуть-чуть задевает. Мне уже офигеть как больно. Здесь еще как-то вот этот лоб камер работает криво. почему-то периодически теряет ее. Очень мешает. То есть, получается, нужно давать ей сделать серию ударов, да, в карауле. И когда она заканчивает, там небольшая пауза. В этот момент бить так, что ли? Вот как ты сейчас делал? Ну, это практически всегда так получается. С похожими врагами. Если враг сильнее тебя. Угу. Точнее. Хотя меня напрягает вот то, что она там делала. Вот опять, смотри, смотри, смотри. Ой. Ты. И ловить, похоже, ее с этим ударом нужно, когда она вот еще в анимации. В конце анимации. Иначе вот она отпрыгивает. Ну. Дай костюмчик. Успокоил? Нефертити. Царица или богиня? Это и есть та реликвия? Если так, где же она сейчас? Угу. Брала покой. Угу. Парные мечи. Только я ими тогда мажить же не буду, да? Нет, не будешь. Почему? Потому что. Уже проверяли не один раз. Ну да, у них. А, отравление при попадании. Ну и что? Свой-то урон все равно будет маленький. Это да. Ну так, посмотрим, попробуем. Может быть, против таких как раз удачно получится. Потравил и скачешь там где-нибудь вблизости. С топора-то зато лечился. Так я топор не снял. Топор я оставил. Ну, тебе придется менять оружие постоянно. Ну да. То есть, в принципе, тут мы как бы закончили. Получается, нам, наверное, не только Нефертити, мы и остальных должны будем упокоить. По логике так и получается. Вот у нас тут дополнительное задание одно. Да. Пойдем посмотрим. Я думаю, да, есть смысл глянуть. Тут можно еще скорпиончиков пофармить на оружие. Но улучшение, точнее. Ой. Да тут, скорее всего, на всех локациях, сколько бы их тут ни было, свои, наверное, какие-то монстры будут. С да, которых возможно. Будут вот как раз вот эти вот падать, осколки. О, накопил. Что мы в первую очередь улучшим? Урон в ближнем бою? Или здоровье? Все нужно. Ну да. И сколько надо на следующий уровень? 30? Ну, не так плохо, как могло бы быть. Это радует. Кстати, прокачаться можно. Это у меня навык вот этот на 10 прокачан. Я их толком не пробиваю. Да и уровнем я выше. Надо было фокусить в воина. Сейчас бы уже было 16% добавочного урона. Чем помочь? Ты женат, Сени? Да, был. Теперь нет. Извини. Не хотел бередить твои раны. Жена упрекнула бы меня. Будь она здесь. Она прошла через зал двух истин, я уверен. Почему она не со мной? Даже ритуал Рен не сработал. Ты назвал ее имя? А вдруг я больше ее никогда не увижу? Вы воссоединитесь. Без единого изъяна и без пороков. Подле Ра. Так обещано. Может, в книге врат? Там есть все, кто вошел. Но этот запретный кодекс тщательно охраняют в Доме имен. Если она здесь... Я помогу вам. Возьми браслет. Она узнает. Пусть боги хранят тебя вечно, Сени. Хлеб, благовоние. Я собрал все. Но ритуал не действует. Куда нам? Сейчас посмотрим. Хочу тут просто сокровища сразу забрать. Графит? Фига. Зачем? Для тех, кто не играл в предыдущее дополнение. Просто там этого графита, я не знаю, очень много. Тихо, нам туда. Конях. Бежит. Ну куда ты? Дурной конь. Потерялся. Пришли. Я так понимаю, нам просто так заглянуть в эту книгу не дадут. Да там вон страж стоит. Страж, да. Ну да. Дом имен. Списки мертвых должны быть здесь. Сюда меня не пустят. Тревога! Рядом враг! Покойся с миром! Я думал, так удачно как раз сейчас капитанчика. Эй, кто здесь? Тебя видят? Смотри, прям на тебя бежит. Ух ты! Отходим его! Живо! Ой, осторожно. Сейчас. Сначала деньги. Тут что-то двигать надо будет, смотри. А, понятно. Во славу героев. Стихотворение о любви. Ее имя стало Инпу, когда она шагнула в Дуат. Это была воля Анубиса? Я проведу ритуал Хета с этим именем. Нужен хлеб и благовоние. А, в смысле, у нее имя изменилось, когда она сюда пришла? Да, поэтому он не смог. Муж не смог ритуал сделать. А, благовоние собрано, хлеба собрано. Хлеб для ритуала хранят в больших горшках в царском зернохранилище. Ну ладно. Отстаньте. Здесь забавно, кстати, нет как бы солнца, оно всегда в одной точке висит. Но периодически вот так вот затмение получается. Но при этом не то, чтобы освещение сильно меняется. Ну что вы пристали? Я тут прикольные штуки показываю. Опс. Ой. спрятался. Я так понимаю, кстати, можно навык прокачать, который будет нам тут стрелы восстанавливать. Я на него все смотрел, думаю, нафига он нужен? Что за загробный мир? Но не уверен, что в нем есть особый смысл тут. Как-то она там не собирается, что ли, не пойму. Ну да. Ритуальный хлеб для церемонии Рен. Нужно еще. Классно мы, конечно, хлеб добываем. Слов нет. Так и там можно было разбить, где не бралось. Разве? Нет? Ну что-то там не бралось. По-моему, там другой кувшин был. Ну, можно попробовать. Так, еще один. Хорошо, хлеб есть. Благовоние теперь. Пришли. Так, тут же где-то. Да. Ну, подвинься. Я застрял. Да, обойди сам. Надо найти жаровню для ритуала. Жаровню? Ну, почти все. Ничего, уже ухожу. Сдохни, падаль! Это они нам говорят, падаль. Но мы тут вообще не должны быть, как бы. Ну так мы живее всех живых. Тут падаль еще надо посмотреть. Слава богу, тут никаких невидимых текстур нет у кораблей. А ты так мимо пробегаешь, тебя фигак переехало. Ну это легко. Хлебом не корми, дай фигакнуть. Здесь можно какую-то табличку почитать, похоже. Что за бардак у вас тут? Никто не следит. В разрухе все. Статуя падает. Тут все сломано. Во славу великой. Ну, вот мы сейчас порядок наведем. Все будет хорошо. Бардак. Стража держит ухо востро. Да где здесь стражи? Я не понимаю. Это считается лагерем? Да. А-а-а. Про главное говоришь, тут есть и сокровища, и... По краю, понятно. Да, мы не будем с вами драться, давайте. Решим все мирно. Там не сюда. Снизу там вход был. Подсвечивался. Эх. О, молодец, какой подождал. Хочешь сказать, мне вот через тот вход? Я не знаю, откуда я могу знать. Это далеко. Цвета тут, конечно, яркие такие. Сочные, яркие, да? Фрукты, цветы. Вот еще вход. Нам сюда и нужно. Нефер эн инпупенхена Рен Эф, ан инпупенхена каэф. Это что? Рен? Последую за ним. В смысле? Ты что-нибудь видела? Ну, такое что-то светящееся вот. Ага. Там стража идет еще. Вверх. А, дальше. Что за маневры? Оп. Это что это? Ой, я думал, тут вода. Что за маневры? О! Рен. Он вселился в слугу Анубиса. Я выпущу его. Свободна. Она была моим мечом 1000 лет, но теперь ее долг выполнен. Так будет и с тобой. Он ее там ждал 1000 лет, получается. А, муж что-то имеешь в виду? Ну да. Ну, возможно. Тут, может быть, время по-другому идет. Да, может быть. Это нам показали, как она погибла, да? Угу.